В очередной 13-й серии сериала «Шифр» вы узнаете о том, как Анна и Нинель становятся свидетелями убийства. Из окна выталкивает подругу Нинель Тамару. В это время на другом конце Москвы Проскурин получает тяжелое ранение, и Вершинин с Агариным вынуждены взять на себя все дела. В муре Вершинин старается мягко расспросить рыдающую Нинель, но ни она, ни Анна ничего при этом не видели. Вечером все собираются у Ирины, чтобы поддержать девушку. Но когда приходит время идти домой, Владлена открывает дверь квартиры и обнаруживает, что там кто-то побывал. В квартире Владлены и Нинель устроен погром. Ирина вычисляет, зачем приходил вор. Нинель случайно унесла с места гибели Тамары кольцо-печатку.